Этот Ан-2 полностью исправен, но уже месяц не поднимался в небо. Причина этому – аномальная жара. Самолет, который поднимает парашютистов в облака, сейчас просто красуется на Барановском аэродроме. Уже который день природа бьет рекорды. Синоптики обещают 37, а на месте столбик термометра стабильно показывает больше 40. Прыгать с парашютом в таких условиях сложно. Причем не для людей, а для техники. Воздух становится разряженным, и набрать высоту получается труднее. Для того, чтобы разогнать самолет до нужной, скажем так, скорости, подъемной силы крыла, чтобы увеличилась на нем, то, соответственно, нам нужно... потребуется больше мощности, двигатель будет работать на износ, соответственно, будет потреблять больше топлива. Такие жаркие дни были и в прошлом году. Но если тогда удавалось переждать несколько часов и снова приступить к тренировкам, то сейчас солнце печет без перерыва. Парашютисты сделали вынужденную паузу. Но площадка не пустует, принимает санитарную авиацию и аэротакси. В ближайших планах установить новое оборудование в самолет. Возможно, приобрести еще один Ан-2, обустроить вторую площадку для полетов в Утесном и даже начать работу с детьми. Мы хотим в одной школе города Уссурийска сделать такую вот секцию, даже две. Одна будет по авиамоделированию, вторая по парашютному спорту. Максим Резников заверил, перерыв в тренировках не скажется на подготовке парашютистов. Просто увеличат количество прыжков за один полет. Подняться в небо надеются в начале августа. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс.